Спасибо большое. Спасибо большое нашим замечательным коллегам из Пензы. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо большое за спектакль, за прекрасный спектакль. Ну и поскольку это фестиваль, на сцену я приглашаю директора Владимирского академического театра драмы, генерального директора Всероссийского театрального форума фестиваля фестиваля «Золотых ворот» Бориса Григорьевича Гунина. И, конечно же, человека, который сейчас будет получать для всего театра призы и аплодисменты, художественного руководителя Пензенского областного драматического театра, заслуженного артиста России Сергея Владимировича Казакова. Спасибо вам большое за приезд во Владимир, за участие в фестивале, за спектакль, который вы только что нам показали. Низкий вам поклон. Я хочу передать вам этот диплом. Он будет напоминать вам об участии в нашем фестивале. А я надеюсь, что, входя в театр, вы видели перед театром скульптурную композицию «Счастливцы или несчастливцы», памятник провинциальным актерам. Мы недавно его открыли в понедельник. Я хочу, чтобы у вас тоже был кусочек этого. В идее фестиваля мы издали энциклопедию Владимирского академического театра драмы 1848-2018 год. Здесь упомянуты многие люди, и тех, кого мы знаем и узнали, которые в 1848 году, и тех, кто работает сегодня. Ну, посмотрите, может быть, будет интересно. Очень приятно приезжать на ваш фестиваль, действительно, мы уже тут добрые друзья. Как вы у нас, так и мы у вас добрые друзья. Наш театр тоже не маленький, нам 225 лет. Но вы знаете, всегда нужно принимать хорошее, даже несмотря на то, что мы уже в возрасте. Принимать хорошее, знаете, это замечательная идея открыть памятник у театра. Поэтому мы тоже что-нибудь откроем. У режиссеров есть такое понятие, как стырь что-то. Ну, в хорошем смысле слова, да. Позвольте, мы стырим. Мы поделимся, да. Замечательная идея, замечательный фестиваль. Великолепный театр. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое Пензенскому театру. Спасибо большое, дорогие коллеги. Было очень приятно и интересно. Мы с вами обязательно встретимся. Ну а зрители будут с нетерпением ждать встречи с таким замечательным коллективом. Приезжайте к нам еще. Эти аплодисменты ваши. Дорогие наши зрители, а вам скажем большое спасибо за такой горячий прием наших фестивальных спектаклей. Ждем вас, фестиваль продолжается. До новых и самых скорых встреч. Спасибо, до встречи.